Ну вот, наша картина немножко подсохла, приступаем ко второй части ее. Берем белую краску, смешиваем с желтой для того, чтобы нарисовать луну. Внизу мы показываем лунную дорожку. Делаем мы ее такими легкими-легкими штрихами, немножечко прорисовывая фон воды. Если сразу не получилось желаемое, мы можем еще раз нанести белую краску, а поверх белой краски с помощью мастихина сделать вот такие рельефы. Теперь берем красную краску для того, чтобы показать лодку. С помощью желтой делаем дополнительные цветовые оттенки. Ну а белой краской посередине рисуем вот такое вот носовое отделение. Черной краской выделяем парусов. Видите, как я это делаю? Краем этого мастихина прорезаю с помощью черной краски такие вот линии. Если они неравномерно окрасились, мы можем повторить, нанеся снова мастихин на рисунок. Теперь осталось показать нам тень, отражение в воде. Вот.
Картина готова.